А ну тут то все і понятно. методички УРФ дуже примітивні у будь-якій незрозумілій ситуації. Просто звинувачуй країни НАТО. До речі, Путін назвав ізраїльсько-палестинську війну яскравим прикладом провалу політики. США. це називається вибачте, хто все невістка. От це не просто камінь в огород, це булижник, це слом це... Те самые процессы, о которых говорит наш президент, как раньше уже никогда не будет. И американцы со своей ролью глобального всевидящего гегемона, судя по событиям, ну вот теперь еще и в Израиле, очевидно, совсем не справляются. Для того, чтобы был уже флеш-рояль, осталось только Тайвань. Вот полыхнет Тайвань, Си Цзиньпин, начинай, и тогда уже точно этот мир. С ей лишь третью световую войну подавай.